северо-восточная Форда. Гигантский проект. Задача в 2022 году сдать этот участок. Он сам по себе уже улучшит транспортную доступность порядка 800 тысяч жителей Северо-Востока. Казалось бы, ну небольшой объект, 200 метров всего, но важный. Как будто метро к вам придвинули. Проекта дом, улучшенная отделка, новая система регулирования тепла, электроэнергии. Ваша первая поликлиника, в которой все мечты о современной поликлинике, все проекты, которые мы обсуждали с горожанами, уже воплощены.